Всем привет! Вы на телеканале ТКВК ТВ, и сегодня сниму видео, которое называется «Приезд моей тети и двоюродной сестры». Давайте начинать. Я упала? А, да. Больно крылышко мое. Ну да, в принципе нормально. Такое, я вчера не убрала вещи свои. Какой позор, надо убраться. Так, положим вот это сюда. Это сюда. Вот это сюда. Вот это сюда. И это сюда. А вот эту не люблю, понял? Положу сюда. Так, надо причесаться все же. Хотя нет, надо посмотреть, не звонил ли мне никто там. Смотрю. Так, нет, никто мне не звонил. Сейчас поставлю телефон свой. Ой, сколько времени, подождите. Так, вот часы. Тут. Блин, 7:15, я не опоздала. Мама, я пойду в школу. Да, иди, доченька. После школы. Ехал, пятерка, у меня пятерка, надо посмотреть мою пятерочку, ура. Так, где она тут мне поставила? Пять. Вот у меня пятерочка, я ей пораспоминаю, надо у меня пять тоже. Да, круто, у меня 5 в четверти, мама. Да. Доченька, да. Мам, ты опять мне там что-то приготовила или что-то ты меня звала? Дочка, я тебя звала. Ты меня звала зачем? А, я тебя звала, чтобы сказать, почему у меня зеркальце. Чуть-чуть залеплено. А, я его не помыл сегодня. Не важно. Дочка, мне тебе надо кое-что сообщить. Да, что? Ты мне ободок новый купишь? Нет. К тебе едет твоя тетя Эпплджек и твоя маленькая сестренка Пинки Пай. Ура, Пинки Пай, наконец я хотя бы с кем-то поболтаю, не на телефоне, а на его. Через сколько он приедет? Ну, через час, если пробок не будет. А то так много сегодня карет выехало, потому что в торговый центр надо ехать. А, да, тогда я это пошла. Позовешь меня, когда приедет тетя? Ой, хорошо, мам, позову. Так, сейчас пока я посмотрю, что задали. Так, в моем интернете. Так, то есть на телефоне. Да, русский я его сделаю. Я его сделаю, так вот сделаю. Ой, надо же еще посмотреть в зеркальце, а тут приедут. Приедут. А, кто? Что? Кто это сучил? Мама, кажется, тетя приехала и с сестрой. А, да, иду. Да, сейчас, подожди, открою дверь. Чик-чик-чик-чик-чик. Привет всем. Ой, привет. Привет, Эпплджек. Ой, а что это вы там это несете? А, это твои дочки. Ну, внучки моей. Это и какой-то. Пойдем, племяш мой. А, да, ой, извините, пойдем. Вы там припарковали Сашу? Да, припарковались. Мой торговый центр. Привет, Радуга. Здравствуйте. Здравствуйте, тетя. Привет, Пинки. Привет, Радуга. Привет всем. Так, все. Ну, пойдем. А, сейчас, подожди. Радуга, я слышала, ты уже отличница, как бы, ну, с 1/4, считай, уже тоже отличница. Я тебе вот такие подарки принесла, можете открыть, хорошо? Да, это игрушки, просто я думала, ожерелье, просто как-то игрушки не очень люблю. Ну, ладно, открыть его пока с Пинки Пай, хорошо? Да. А мы пойдем кофе попьем. Пойдем. Да, пошли, ой, пошли кофе купить, ой. Ну что, будем открывать вот это, да? Да, сейчас откроем вот эти сюрпризы. Мама там в очереди стояла, эти сюрпризы искала.
Ну что же это за сюрприз? Я открываю, открою. И... Надо как-то это так. О, открыла. Сейчас это. Ай. О, открыла. Что это? My Little Pony написано. Так, что это? Что это? Кто это? Вау, какая принцесса Луна. У меня никогда такой не было. Вау, какая красивая у тебя пони. Поиграем с ней, да? Давай другая. Открой. Сейчас. О, открылась такое. Сейчас. Ой, сейчас. Ой, тут что-то тяжеленькое. Сейчас. Ой. Ой, это же киндер-сюрприз из яйца такой крутой. Какой клёвый киндер-сюрприз. Вау. Мне он так нравится, сейчас его соберу. Тут сказано, собери киндер-сюрприза. Там инструкция. Ой, сейчас его поставлю вот сюда. Да, вот. Поставлю вот сюда. Понятно, что туда же. А я слышала, у тебя еще игрушки есть. Ну да, вот это пони, но я не очень увлекаюсь, я говорю, этими понями всякими. Ой, упал. Сейчас я подниму. Сейчас я подниму. Ай, секундочку. Так. Ну вот, с такой штучкой. Киндер. Ай, полицейский упал. Так. Ну, вроде бы все, хорошие игрушечки мне попались. Вот эти всякие. Ну, ой, мне зеркало упало. Ну, так-то я увлекаюсь другими вещами. А какими покажешь? А, ну, я увлекаюсь телефоном. Читаю свою книгу и вот эту папочку делаю уроки. А давай поиграем в прятки с вот этой пони. Мне она очень нравится. Я ее буду прятать. А ты искать, ладно. Я считаю до 5. Хи-хи, куда бы ее спрятать? Вот сюда ее спрятаю, вот сюда она не найдет. Я считаю до 5. Не могу до 10. 1, 2, 3, 4, 5. Я иду искать. Так, ну куда ты ее спрятала? Не найдешь, не найдешь. Ой, найду. А, вот же она. Я ее достанула. Вот, теперь твоя очередь. Угу. Так, закрой глаза. Ой, то есть, ой, давай, прячь. Ай, закрой глаза. Угу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я иду искать. А, вот она, я ее нашла легко, потому что она была здесь вот спрятана. Да, я спрятала, как смогла. И ведь в игры не играю. Я дома сижу. Угу. Так. Ой, что там у меня? Такое? Ой-ой-ой. Девочки, девочки, Твайлайт, привет, Твайлайт. Так, привет, так, давай-ка собираться уже, моя дорогая. Пинки Пай. Но, мама, мы еще не поиграли. Ставь игрушечку. Давай, ставь игрушечку. Угу. Ой, какая красивая. Игрушки тебе попались, какие красивые. Ой, спасибо, тетя. Ой, всегда пожалуйста, солнце. Я тебе еще что-нибудь подарю. Ну ладно, пойдем, моя дорогая. О, пойдем, мам. До свидания. До свидания. Пока. Пока. Ну как, хорошо поиграла? Ну да, слава богу, я дома не сидела целый вечер. Ну, я поняла. Да, мам. И всем пока, вы были на телеканале Тыковка ТВ. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, смотрите видео и комментируйте их. Всем пока! Пока-пока!